все здесь лучше, чем эти наши гиды, которые тут живут по 10 лет. Промзона. Это у нас, друзья, опреснители воды и электростанции здесь находятся, за пределами города. Причем просим заметить, что нет ни гидроэлектростанций здесь, ни атомных, ни угольных, и тепловых. И только вот человеческая мысль все это создала. И руки рабочих, конечно, заграничных. Но такое чувство, что один город потребляет энергии больше, чем вся Украина вместе взятая. Да, и вы видите, сколько труб, и хотя бы где-то черный дым из трубы. А все работает. Система очистки сумасшедшая просто. По-моему, выходит из трубы чище воздух, чем он куда заходит. Ага. Вон туда. Дай, отойди чуть-чуть и дай перспективу. А, ну уже станция, ладно. Да, все, пауза. Продолжение нашего ролика. Да, все предприятие, чьи именно промышленный центр. Ну вы видите, да, промзона в нашем понимании плавно переходит в самый фешенебельный район. Это Дубай-Марина, который только можно придумать. Но вы видите, что никакой... Воздух чистый. Экология обалденная. Никакой зоны контрольно-следовой, которой должно все это проходить, нет. И потому что промышленная зона не выбрасывает никаких вредных примесей. И воздух вроде как пустыня, но дышится легче, чем у нас в лесу. Такие стройки. Обалдеть. Какие развязки строятся. Все, сейчас выходим, наши. Да. Дубай-Марина. Да. Все, друзья, выключаюсь. Пока, до встречи. Подожди, да, еще панораму, да, различных небоскребов. Это крайняя часть Дубай-Марины. Сейчас мы пересаживаемся на трамвай. Train Dubai. А вон трамвайная остановка, тоже нехилая такая. Да.